вами маги-чародей Антон Чалей. И сегодня будут эпичные комментарии видео-троллинг подписчиков в Майнкрафте. Я постарался выбрать самый странный из них и показать вам. Первый комментарий. Какой у тебя Швиндовс? Швиндовс? Швиндовс 7 – самая лучшая система для вашего компьютера. Загрузи ее и забудь про него навсегда. Второй комментарий. Я пошутил. Как же понять его шутку? В чем же она заключается? Настолько высокоинтеллектуальный юмор мне точно не по зубам. Третий комментарий. Крутой, я поставил байки, подписался. Ну короче, подписывайтесь, ставьте байки. Вы хотите спросить, какие же байки? Ну вот же, рядом с лайками которые. Когда вы ставите свой байк, один Антон Чалей в мире радуется. Четвертый комментарий. Я ржал до усрачки. Вот это действительно смешно. Пятый комментарий. Ты иллюмина? А, я открыл страшную тайну. Ты иллюмина? Шестой комментарий. Было бы интересно посмотреть видео, где бы ты вылил весь тюбик клея на стул и снял про что-нибудь как обычно. Седьмой комментарий. Фрост. Я. Арсений. Я. Твой, попиши, и я тебе 3 раза поставил лайков. Очень похоже на какую-то интимную горячую линию, особенно вот это. Я твой, и я тебе 3 раза. А еще один очевидный увлекательный факт. Ставить с одного аккаунта 3 лайка – это гениально. Первый раз ставишь лайк, второй раз ты просто автоматически отменяешь лайк, и третий раз ты опять ставишь лайк. Так, все, загрузил видео. Сейчас поставлю 100 лайков. Не получается. На ёпсики, да YouTube всех обманывает. Тьфу, и у меня настоящие усы. Восьмой комментарий. Снимай тронинг. Типичный тронинг. Это специальная рубрика на моем канале, называется тронинг. Вот, смотрите, это мой трон. Он такой мягенький, очень хороший. На нем очень приятно сидеть. Все, давайте вместе с вами сидеть на нем. Ну вот, и к концу подходит моя передача тронинга. Всем спасибо. Девятый комментарий. Скажи, а ты гопник? Травмоопасность этого комментария зашкаливает. А кстати, это идеальный наводящий вопрос, чтобы понять, гопник перед вами или нет. Все просто, если после ваших слов он вам врежет, значит гопник. Если не врежет, значит не гопник. Вот такая образовательная минутка от Антона Чалея. Подписывайтесь, ставьте байки. Когда вы ставите один байк? Когда вы ставите свой байк, один Антон Чалей радуется. Порадуйте Антона Чалея. Ты иллюмина? А еще один очевидный увлекатель. Травмопадно. Сейчас поставлю 100 лайков. Ой, блин. А, потеет кожа. Сейчас поставлю 100 лайков. Блин. Усы. Где вы? Что-то я потерял усы, по-моему. На ноге были. Наебщики, да YouTube всех обманывает, тьфу! Внимание, внимание, много взрывов и котят для привлечения внимания. Теперь к сути. YouTube очень часто не оповещает моих подписчиков о новом видео. Что за дела, YouTube, а? Для решения этой проблемы вверху канала вот тут есть шестеренка. Нажми ее и поставь галочку. Сообщай мне обо всех новостях этого канала. Сделал? Четко. Теперь жди царских персональных оповещений о новых видео. Для того, чтобы у вас была такая же очешуительная шестеренка, нужно подписаться на канал. Но если ты супер крутой чувачок, то можешь поставить лайк и добавиться ко мне в друзья ВКонтакте. Ссылка внизу. Всем пока!